Веневскую. Всем привет! Продолжаем прохождение метро 2033 Redux. Я вспомнил, почему у меня, короче, прошлую игру падал FPS, там это заодно программа, она, короче, повисла там и 30% процессора жрала. Сейчас будет все идеально. Давайте продолжим. Пойдем, Юнош. Защитникам может понадобиться помощь. Вот, у нас есть калаш, есть дробовик, отлично. Хан, сюда. Тихо. Очередная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём? А с этой станцией судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Что касается перехода, его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Если тварей окажется слишком много, замани их на наши позиции. Да, много он оговорил, много. Так, берем все патроны. Чувствую, у меня будет много геморроя. У нас еще есть какая-то граната, подождите, взрывчатка. Только я не помню, как ее использовать, потом посмотрим. Ладно, все, let's go, хватит баловаться, давай. Давайте сначала глянем, куда нам идти хотя бы, для начала. А в кого они стреляют? Эй. Да идите в жопу от меня, я не хочу уйти. Я туда должен один идти, я же обосрусь. Стоит, смотрит ДСП. На, мразь, в череп тебе. Спасибо. Пошел в жопу. Офигеть, я должен это все один сделать? Да вы что, шутите что ли? О. Я не понимаю, это типа прикол? А почему их так много-то? Давай, братюня, хватит, передосдохни уже, чмо. Ладно. Меньше слез, давайте к делу, хорошо. Да ты чё, тварь? Он какой-то другой, смотрите. Патронов нету. На, мразь, на. Оп. Так, костер меня выжигает, да? Фух, нелегкое дело, я бы вам сказал. Когда-то это была обычная станция, живая и благополучная. Из тех, где есть место не только бойцам в тяжелом снаряжении, а и старикам, и женщинам, и детям. А потом пришли мудаки, словно из ниоткуда. Этих тварей было неисчислимое множество. Проклятая тогда, конечно, ее еще называли, ее старым именем оборонялась как могла. А, проклятая тогда... Конечно, вы поняли. Только вот силы были неравными.
Защитникам станции пришлось один за другим оставить все блокпосты в туннелях. Потом они забаррикадировались на платформе и бились до последнего ребенка, которого успели эвакуировать на соседнюю станцию. До последнего старика, которого вынесли под прикрытием, до последнего патрона. А когда патроны кончились, те, кто держал баррикаду, уйти не успели. Проклятые станцию назвали спасенные жены и дети тех, кто остался тут навсегда. Вот что ждет ВДНХ, если я не справлюсь со своим заданием, а может быть не только ВДНХ, но и все у метро. Я пока вообще не понимаю, что мне делать надо. Пока идем. Здесь еще может быть ловушки всякие разные. Мне так жалко патроны тратить. Ну что ж вы так подыхаете-то? Сколько патронов на одного мудака? 20-30? Ничего не понимаю, я вернулся что ли обратно? Стоп. За бред, я же смотрел. А, бак, он должен был прыгнуть. Короче, мне нужен мой дробаш быстрее. Во. Да что за бред? Я кругами, что ли, хожу? А-а-а! А хватит одной? Вроде хватило одной, да? Да, вроде все правильно делаем. Пошла отсюда, псина подзаборная. Иди отсюда, псина. Чему ты, о? Уеба. Эй. А, это эти же мутанты, смотрите, да, стоят. Подожди, я, наверное, рано пришел сюда. Ага. На, идите в жопу. Нет, я не хочу подыхать. Идите в жопу, мрази. Колись, братюня, колись. Мудаки, стреляйте в это говно, давайте, давайте. Эй. Ладно. Делаем дальше дело. Ну, мы все проходим правильно, да. Так. Это говно, по-моему, трогать нельзя. Или уже посрать. Я могу бы зачел ловушки. О, дробовик, мой любимый. Как я полюбил дробовик, вы бы знали. Надо приехать, короче, и пойти закупить оружие, сделать апгрейд. У меня даже денег нет, кстати. Денег очень мало. Калаш не сравнится с дробовиком. Так, ладно, меньше слов, ближе к делу. 100 монет. Не, здесь нужно будет говно. Я просто привык с калаша стрелять одиночными выстрелами, да? А здесь нужно просто целую обойму в одного мудака.
Let's go, как весело! О, бой, это бич валяется нормально. О, пошли. Где я? Опять эти твари. Пошли отсюда. Так, нажимайте. Жму, жму. Успел? Успел. Эй, не хочу подыхать. Не хочу умирать молодым. Не хочу умирать молодым. Твари обоссанная. Все мои патроны просрал. Копил всю игру 40 минут. Да сколько же вас здесь? Да. Они кончаются, нет? Ага. Он все сам сделает, да? Беги! Надо глянуть на красоту эту. Да убери говно это. А! Так взрыв-то будет? Вот он взрыв. Ну, как-то не очень красиво, да? По идее, не должен был сдохнуть. Но это не считается, ладно. Мы все сделали правильно, просто было подальше отбежать. Я просто хотел убить взрыв. Давайте подальше отойдем. Куда? Еще дальше, что ли? Ну, давайте до конца уйдем, ладно. Взрыв мы не увидим. Во, вот так. О, как он сильный-то, а! Фига. Я же задыхаться начал. Ладно, все, бежим обратно к поцикам. Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Эх, тебе прилипло. Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Так, а что он молитвы не читал? Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Вот и все. Забирайся. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артём. И удачи тебе. Давай, пока, поцак. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Mm-hmm. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро.
Так, кузнечный мост. В принципе, это интересно. Если там будет... По идее, он написал много мастеров, это хорошо. Я надеюсь, он скажет, когда нужно одевать противогаз. По идее, сейчас не нужно. Патронов у нас очень мало. Очень мало. Стой, кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Я человек! Человек! Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Я понял, просто не дура. Дружеский совет. Так, прыгать я не умею, все, разучился прыгать. Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Какая красота. Лубянка, Лубянка, кузня, Лубянка. Как красивая атмосфера, реально, как будто в туннеле. Так, нам нужен мастер-фломастер, нужно много мастеров, фломастеров. Нужно какие-нибудь кнопки понажимать, как обычно. Так, ничего, о, стырили, нормально. Я хочу какой-нибудь дробовик собрать крутой. Или купить новый. Или апгрейдить. Нужно очень много патронов. Это лучшее оружие в игре. Наверное. Отсюда. Кто это сказал? Отвали, или я охрану вызову. Иди к чертям. А, это он в дверь стучится. Да хватит, отстаньте, противный, я не такой. Заткни хлебало. Командир сейчас да, занят, подойди позже. Всегда готов. А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Может, облучился? Мерзавец. Проваливай отсюда. По тем частям тела, которые... Командир сейчас занят. Не задерживаемся, проходим, проходим. Иди отсюда. Проваливай отсюда. Да ты шутом на полставки подрабатываешь? Петра сянешь? Ну-ка попробуй вот это. А, я здесь? А я думаю, там. Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, 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 только без рук. Я сам пойду. Беги! Да вы что, шутите что ли? Только что пришел уже бежать. Я их прикончу. За мной, парень! Хватайте ублюдков! Осторожней, тупица! Ну я бегу, это весь бег что ли? Как ДЦП бегает. Это погоня! Ууу! Пригнись! Прикольно. Ай, больно. Идите в жопу. За мной! А зачем мне-то убегать? Я же ничего не сделал. Туда! Стой, тварь! Бред. Я не верю в Бога. Но в тот день... За меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем.
Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Ой, не хочу считать. Ну ладно, давайте прочитаем. Три листа. Многие в метро ненавидят красных, потому что боятся их. Красные живут впроголодь, не знаю такого слова, хотя работают круглые сутки. Им говорят, что они мудаки, ссаные выродки и так далее. Они дерутся отчаянно, словно совсем не боятся смерти, а их командиры бросают их на амбразуру, затыкают их телами огненные точки. Короче говоря, красные как просто куски мяса. Но они умирают от истощения, от переработки, от пуль врагов и от пуль своих комиссаров. Короче, ладно, нам не интересно про красных читать, пошлите. Я хотел сходить в магазин, купить оружие. Что за бред? Бич валяется. Он живой. Так, все, теперь я послушный гражданин. Как GTA, когда вы за вами менты едет, да, вы заехали, покрасили машину и от вас остались. Здесь то же самое. Зашел, куртку переодел. О, что это было? Блин, но где же оружие? Оружейное, надо искать оружейное. Каждый раз. Да брось, нам нечего бояться. Граница с фашистами на замке. А, сейчас мы запишемся, да, добровольцем. Крыса не проскочит. А что с сюда можно только по пропуску. Эти гады наверняка пронюхали, как можно напасть на нас сверху. Давай, давай. Так, левой. Нет, нет, отбивай, молодец. Так. Корпус, корпус двигай. Во, во. А, это уже интересно. Аптечки, фильтры, ножи. Набор туриста. Так, а фильтры у меня есть? Где мои фильтры? А, у меня 12 минут фильтр. Не, хватит, не хочу покупать. Можешь осмотреть магазин. Но не трать время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Тебя ждать он не станет. Калаш. Давайте продадим это говно. Не хочу я его с собой таскать, мне не нравится это оружие. Посмотрим. Ох ты! Тебя берег. Пользоваться просто. Берешь и стреляешь. Ага. Бери, их совсем немного осталось. Вау. Отличное оружие. Не пожалеешь. По-моему, такая была, да? Фигарис видов оружия. Для тебя берег. Пользоваться просто. Берешь и стреляешь. Бери, их совсем немного осталось. Ускорить, разгоняя снаряды. Ну ты говно. Во. Отличное оружие. Не пожалеешь. Калаш у меня есть. Для тебя берег. Пользоваться просто. Берешь и стреляешь. Что нам купить-то, а? 165. Бери, совсем немного осталось. Вот это можно было бы купить. 85 и патроны. Давайте купим, наверное. Хотя я не знаю, дробовик есть, можно просто патроны купить на калаш и дробовик. Смысл что-то новое, да, искать. Поэтому давайте тогда сделаем тюнинг моего дробовика. Тюнинг. Оптика нам, наверное, не нужна, ствол разная. О, лазер. Давайте поставим лазер, тем более он стоит дешево. И ствол. Вот, значительно повышает действенность. Это хорошо. Не, гушак не нужен. Давайте мы тогда усилим атаку. Отлично. Во. Потом давайте калаш тогда сделаем апгрейд. Тюнинг калаша. Что у него есть? Тоже лазерный прицел есть. Гушак. И оптика. Ну, оптику можно поставить какую-нибудь. Ну-ка.
Ну, может это поставить. Давайте вот это поставим. 35. Да. Теперь нужно найти нам патроны. Патрончики, патрончики. Так, у тебя патроны есть, говно? Нет, у него параша. Ну, как хочешь. Во, у тебя патроны есть. Пульки, пульки, пульки. Давай, пульки. Мне нужны боеприпасы. В первую очередь на мой дробовик. Вот, видите, он пишет, сколько у нас есть. 14 патронов? Мало, давай, 26. 32. 56. Ну, давай на калаш. 28. О, как много, 58. Нормально. Во, я могу продавать. Прикольно, смотрите, продать. Это что такое? Вот, ну-ка, я могу продать? Вау. Ну вы поняли, короче. Купим много патронов на калаш. Это говно давайте продадим. Купим вот этого чуда. Это давайте продадим. Купим вот этого. Продадим. Купим вот этого. Не продадим. Купим. Не продадим. Купим. Но продадим. Купим. Не купим, а сколько он стоит-то? А, он же пишет, точно я забыл. Ну все, я готов. Спасибо. У нас теперь есть два основных оружия, это калаш и дробовик. Дробовик я сделал апгрейд, да, усилил атаку и добавил лазерный прицел. Калашу я сделал хороший прицел, да, и купил много патронов. Теперь мы можем идти. Ну, let's go, давайте не будем тянуть кота, записываю, пошлите дальше. Третье оружие, наверное, не нужно. Все я бы купил пистолет. Он со мной. Давай, Артём, прыгай в яму. В яму? Так, я не ошибся в Андрее. Я его недооценивал. Он не боится бежать, но его дело требует куда больше отваги, чем побег. Андрей помогает бежать с Красной Лилин другим, рискуя собственной шкурой каждую минуту. Он и его товарищи спасли десятки беженцев, используя сеть тайных переходов и забытых туннелей, о которых красным пока ничего не известно. Обычных беженцев эта дорога жизни ведет с красной линии в большое метро, но меня Андрей отправит по ней в обратную сторону. Мне нужно на передовую нескончаемых войн между красной линией и рейхом. Самое пекло. Я отправляюсь на поезде, который везет свежую партию пушечного мяса, я помню, говорю про мясо, вот, в жерло мясорубки. Главное вовремя соскочить с этого поезда. О, 13. И? Что за говно? Какого хрена я сижу в этом говне? Это нормально, что я в яме сижу? Видишь, там багажное отделение. Забирайся туда. Бред. Ну так что, мужики? Двинули, а? What the fuck? Че это такое за говно? Это поезд такой, что ли? Какого хрена? Андрюх, а там вообще как? Безопасно? Не хотелось бы, чтобы его размазало по рельсам. Ну да, это тебе не вагон СВ. Но если он останется на станции, то он точно труп. Потому что билет на Лубянку, он только в один конец. А, меня, наверное, спрятали, наверное, да? Типа, чтобы меня не было видно. Все нормально. Подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Удачи. Спасибо, братюня. Гражданский мецом возвращается садиться на поезд без письменного знания. Марш, 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 марш.
ждал. Мышка убегает, крыса. Я так буду ехать всю дорогу, что ли? Вы что, издеваетесь? Подался. Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я? Ну из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в Советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю, а ведь у фашистов наших деды тоже в Советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Так, напиши. Человек остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. На бой кровавый, святой и правый, вперед, 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 вперед. Все, мы высадились. Нифига у меня калаш. Как вам мой калаш, а? Нехило, да, игрушечка? Да. Ладно. Я говна не куплю никогда. Let's go. А куда мне идти? Они же меня убивать будут? Или меня всех нужно убить? Эй! О, так мне надо всех убить? Нифига себе! Забавная игра, я вам скажу. Не, офигенный прицел, только посмотрите на это. Ну это не снайперская винтовка даже. Че ж ты не подыхаешь, дура? Видите, они не умирают с одного выстрела, конечно же. Помните, когда я был в тире, да? Там тоже они не умирали с одного выстрела. Так, ну что-то как-то легко всех перебили уже. Я не думал, что так будет начало такое у нас. Окей, отлично. Дробовик здесь, конечно, мало чем поможет. Надо будет нам... Кинем замкнутые пространства. Да видите, он не подыхает, чмо. Не
Вау! О! Надо еще привыкать к дробовику, конечно, непривычно так стрелять через лазер, ну ладно. Не, ну здесь все отлично, в принципе, идет. Ну, все отлично. Их раскидали. Самое главное, надо пульки собирать. Ты-то откуда взялся здесь? О, тихо, братюня, тихо. Не балуйся, братиша. Тихо. Сколько вас здесь-то, а? Прям в самое пекло попали. Так, ну что ж. Отлично у нас начало. Смотрите, всех раскидали. Здесь у них калаши, да, у всех. Вот какое-то оружие. А мы же можем подобрать. У меня целый слот свободный, смотрите. Да. Ой, ненавижу это оружие. Да чтоб вы все в жопу засунули это говно. Так, ну смотрим. Давайте тогда сейчас посмотрим, куда нам нужно идти для начала. Нужно идти прямо вверху или внизу? Вверху так вверху. А мы сможем продать это оружие. Прицел офигенный, мне нравится. Мне что-то не верится, что он с одного патрона умер. Надо будет тогда купить, надо собрать, да, снайперское оружие. Вообще будет офигенно, с таким прицелом. Жалко, что в игре раз нет такого прицела. Там в Расте есть винтовки, да? Но такие убогие прицелы, забейте. Нет, лучше бы я не садился за это говно. Да я всех уже убил, по-моему, нет? Параша. Откуда они? Новые, что ли, идут? Они, наверное, едут сюда заново. Ладно, смотрим, куда нам идти. Прямо? Пошли прямо. Так, берем пульки, берем все, что нам нужно здесь. Наверное, надо было все-таки внизу идти, да, дайте угадаю. Или вообще с той стороны. А мы здесь пройдем? А, нет, здесь я не пройду. С той стороны нужно идти, да? Хотя подождите. Ладно, давайте обойдем быстренько. Опа. Let's go. Не, оружие офигенное. Где-то здесь бомж еще один был. Где-то здесь кто-то бегал. Ладно, срать. О, патрончики. Отлично, отлично. Ву! Блин, куда я прыгнул-то? Куда я прыгнул? Ёж твою медь. Я думаю, я уже сдох. Так, окей, куда идти дальше? Сюда вот, да? Морячок. Так, нам теперь нужно вверх подняться. Как же здесь все запутано-то? Ладно, так, берем оружие, let's go. А! Как же я без света-то и забыл. Никуда не денется. Найдем. Экономим патроны, не забывайте. Так, этого мы убили. Я не вижу вообще, в кого стрелять-то. Вообще ни хрена не видно. Пошел в говно в жопу. Не зря же я купил, а? Ночное видение. Посмотрите на это чудо. Прям идеально для этой карты подходит. А-а-а-а. Так, правильно идем? Да, правильно, правильно. Не свети мне в глаза, чмо. Правильно, да. Так, патронов еще много, это хорошо.
Дай мне какую-нибудь броню крутую, а. Так, сохранился. Сейчас будет драка, да? Прицел-то мой рулит. Так, меня попадает в меня? Нет, не могу понять. Они светят в меня прям в глаза красным говном. Как в тире. Вы видите, я по 8 раз попадаю? Ну да. То есть с одного выстрела, как в обычных играх, здесь не умирают. Здесь надо по 5 выстрелов. Капец, я всех поубивал в итоге. Я обожаю этот прицел, реально, я просто обожаю. Шедевр. Во всех играх был так. Так, тихо, чё это? Чё за говно? Фу, я думал, он денежный патрон. Почему он загорелся, странно? Так, туда все правильно? Да. Идем прям в пекло. Что это такое, калаш? Давай патроны. Да тут, смотрите, у них у всех калаш. Патроны у меня будут бесконечные. Гори с мяса, смотрите. Мясо! О-о-о-о! Окей. Чё, найдётся. У меня на мутантов чутьё. Да сдохни ты, чмо! Не хочешь подыхать, смотрите, чмошник, а? Так, давайте прочекаем, что у нас здесь есть. Нет, не надо. Смотрите, он как будто подыхает, начинает падать, потом встает. Сдохни, чмо. Блин, больно у меня пробило. Так, смотрим, куда нам идти теперь. Мне патронов нет, смотрите. А, я деньгами стрелял, да? Понятно, ну ладно. Ясно. Будем дробаша. А, у меня вот фуловый дробовик, да? Ну пойдемте тогда. Ой, куда я пошел? Так, ладно, смотрим, куда нам идти надо. Сюда? Сюда вроде нам не надо идти. О! Спасибо, товарищ. Я слышал, что где-то рядом действует охотник. Хорошая работа. Неважно, что у тебя за задание. Мы перегруппируемся и отступим. Спасибо, что дал шанс выжить.
Видали, да? Хотя сюда не нужно было идти, я пошел. Мой любимый дробаш. Давайте, мужики, в бой. Вместе мы сила. Все, теперь можно включить свет. Нет, давайте вырубим, ладно. А, видите, когда мы вырубили, он перестал говорить. Правильно, зачем эта ссаная агитация? Так, будем без света играть. Нужно идти прямо, правильно я понимаю, да? Патрончиков у нас не осталось вообще ни на что. Я прошел? О, патроны появились. Я ничего не понимаю. Наверное, не было, потом появились. Прям в спину этой мрази. О, тихо-тихо-тихо, братюня, тихо-тихо-тихо. Чё такой злой-то? А, вот она чему. Не, жесткий, конечно, с калаша больно бьет. Да сдохни, тварь, уже. Фух, блин, как много их-то. Давай, вылази, говна кусок. Опять не те патроны, я вообще не понимаю, что происходит. А так у них броня, смотрите. Так. Говно всякое подбираем. Здесь это ходит, да? Это же рейх! Раскидали весь рейх, короче. А, ну все, нужно пора уже заканчивать. Там давайте сейчас будет сохранение и все, хватит. А то уже целый час практически играем. Какая печальная музыка. Так, куда нам идти надо? Прямо. Не сюда ли? Как открывается это говно, непонятно. Так, ладно. Ну-ка, я что подобрал? По-моему, я подобрал аптечку, правильно я понимаю? То есть он фигню не откроет все равно. О, это ключ был, да, правильно. О, 150 монет подобрал, отлично. Куда нам идти надо, говори. Дальше туда, так что ли идти? Ну все, было сохранение. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, подписывайтесь на канал. Всем пока!